Для второклассников школы номер 74 города Владивостока состоялся гастрономический урок. Под руководством профессиональных поваров дети приготовили бургер с минтаем. Берем наше филе минтая и выкладываем на сыр. Делаем вот так кучнее, чтобы ничего не развалилось. Ну, вот корочку прям вот такую красивую делаем. Гастрономические уроки проходили в течение 7 месяцев. Такие занятия – абсолютно новый опыт на Дальнем Востоке. Мы являемся дальневосточной гастрономической столицей, но мы ничего не делаем для детей. И вот у нас началась вот такая хорошая история с департаментом образования города Владивостока, туристско-информационный центр и ресторанные группы. Сейчас мы можем смело сказать, что самый большой детский гастрономический проект Дальнего Востока, ну, может быть, России. За полгода это около 1000 детей, это 35 мастер-классов, это 15 ресторанных групп, это огромное количество эмоций детских, которые получили во время этих мастер-классов. Ну и самое главное, мы детям рассказываем о оригинальном местном продукте. Сегодня у нас минтай, потому что у нас впереди фестиваль минтая. У нас была черемша, у нас были различные коренья, растения, все-все-все, что связано с Приморским краем. В новом учебном году гастрономические уроки в школах Владивостока продолжатся. По словам организаторов, знакомство с местными продуктами помогает развитию детей патриотизм и дает повод для гастрономической гордости. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.